хочу немного показать. Сейчас уже вечер, и мы в магазине Катон. Детская одежда. Смотрите, ну, уже, конечно, здесь как бы цены немного выше, чем в Вайкики. Но очень интересные кофточки детские. Юбочки вот такие. Вот сколько стоит? 400. Умножаем все на 32. Ассортимент, конечно, очень интересный. Единственное, что цены, да, повыше. А так есть что купить. Именно в Катоне. Вот такая, например, юбочка мне очень понравилась. 400. Посмотрите, она как юбка-шорты. Вот так. Как показать, не знаю. Там шортики, да, и вот здесь вот так накидывается. Цена. Сейчас скажу, сколько. Тоже 400 лир. Умножаем на 32. Очень много шортиков летнего всего. Ну, как я уже сказала, цены, конечно, здесь немножечко завышены. Какая-то еще мне здесь понравилась блузка. А, вот такая. Вот, например, да, детская кофточка, смотрите. Вот так, да, на ручки одеваются. Сколько она стоит? 329 лир. Умножаем на 32. Потом, что еще понравилось? Вот такой топик. Сейчас очень модно деткам топики вот такие на лето. Их здесь очень много. Вот кофточка тоже симпатичная. Такая она вся мягенькая. Ну, тоже типа топика. Это вот на 7-8 лет. 359 лир. Смотрите, сколько всего. Для детей просто в Турции просто рай. Вот такие шортики тоже есть. 300 лир. 900 рублей. Маечки вот такие. Они такие все мягенькие. 299 лир. Вот такие кофточки, которые завязываются вот здесь. Тоже вот качество такое. Тоненькие-тоненькие. Сколько она стоит? Сейчас скажу. 359 лир. В общем, ну, также на мальчиков. Ну, я обычно смотрю только на девочек. На мальчиков. Тоже есть. Ой, такие жилеточки мягенькие. 759 лир. Ой, просто пушистики. Мне очень нравится. Здесь либо рост написан, либо ну, изначально пишут, на сколько лет. Вот тоже кофточка какая. Посмотрите, сколько. 218 лир. Платьишко. Нет, Катон очень хороший магазин. Курточка вот такая. Ну, это уже осень. Шляпки. Купальники. Купальники сколько? Ой, 469 лир. Малюсенькие такие. А этот сколько? 529 лир. Ой, там совсем купальники. А тут мы еще увидели вот такие блузки. Посмотрите, ну не блузки, а топики тоже. Ну, тут тоже нижнее белье есть. Это просто
Обалдеть, какое качество. Ночные, смотрите, какие. Вообще красота. XL, кстати, 579 лир. Над вот таким фонтанчиком находится самый лучший магазин «Текстиль». Вот написано. Так, сейчас я поближе подойду и сниму вам эту вывеску. «Домашний текстиль» называется. Лена облюбовала. Посмотрите, какие полотенчики. Они стоят 3 штуки. Сколько, Лен, ты говорила? $30. Вот эти. Это просто. Это такая нежнятина. Это такая красота. Сейчас не знаю, Лена, купит это или нет. А я вообще тоже пришла за шикарным постельным бельем. Такого нет нигде. Ой, посмотрите. Ну тут надо, конечно, все трогать. Вот это моя красота. Смотрите, если что, спрашивайте. Здесь, конечно, все, я не знаю, смотреть, не пересмотреть. Что вот это такое тоже? Одеяло. Посмотрите, у них здесь такие продажи идут. Вчера Лена купила вот это постельное белье и заразила меня. Там шелк с сатином. Ну там просто. Если ты его попробуешь один раз на ощупь, это белье, вот я его вчера попробовала, естественно, что без этого белья вы отсюда не уйдете. Там две наволочки видно, и такие, квадратные, и прямоугольные. Да, это даже не от этого, например, нижняя полочка тоже делюкс. Ну там 4 все 50 на 70. Смотрите, это какая красота. Халатики, также есть ночнушки, костюмы спортивные. В общем, много чего. Все очень красивое. Еще немножечко покажу. Красоты. Вот кого интересует, это в Кемере, в центре. Смотрите. Самый лучший магазин текстиля, или не знаю, как это сказать правильно. Просто вообще шикарное. Не знаю, Лена пришла вот за полотенчиками, ей очень понравилось, а я за постельным бельем. Но так как мы тут одни, то есть они постоянные покупатели, нам делают скидку. Так, Таня у нас делает примерочку. Тань, что это? Ну, а что это? Ночная сорочка. А, сорочка, представляете, какая? Сейчас в цветах будет спать, можно благоухать. Не, можно это убрать. Посмотри, как она нежно смотрится. Смотрите, как вот. Обалденная. Таня в ней, как в вечернем платье. Не, вот это вот убрать. Да, и вообще супер. Нежность. Ну, вот так. Красотка. Вообще красиво, да? Ну, вообще, красотка. Посмотрите, да? Какие ночные рубашки. А ну-ка, качество, Таня, как хочу показать. Не, он шелковистый, тоненький, невесомый. Ну да, оно его видно. Так что вам хорошо будет это. Ну, вот такие ночные рубашки. Кто носит? Следующий. Спальный костюмчик на Тане, но это маленький размер, да, и он один уже остался, но качество, да. Я бы сейчас вот вчера, завтра бы вышел на пляж, самый красивый был. Симпатичный, Тань. Это же спать. А сейчас что спать, что на улице. Да, симпатичный. Вообще обалденно. Я на него сразу первый раз увидела. Ну такой освежает тебя. Угу. Вообще мое. Угу. Хоть цветочек. Шикарный. Посмотрите, какое тончайшее. Тончайшее вообще. Просто вообще. Это качество. Посмотрите, какое. Ой. Просто. Как невеста наша Таня.
Первую брачную ночь можно одеть. Он такой нежно-нежно-розовый. Просто вообще. Шикарный костюмчик для сна. В прошлый раз говорила, я тут все... Эльф в студии, посмотрите. Какой спальный костюмчик. Так вот красиво. Ой, вообще, нежно, Тань. Вообще. Нежно-бирюзовый цвет. Тоненький, вот красивый. В том костюме уберете пуговицы и здесь пришьете туда вот такие вот бантики. На и загар так... очень красиво. Вот ну, нежные цвета. Вообще, да. Я не знаю, сейчас может еще будет. Ну вот они покупают. А, уже все. Хотели снять, как они тут мороженым. Tamam mı söz veriyoruz ama söz ayağımızı kaldırmıştı. Hadi veriyorum, ver peçeteyi bana, al dondurmanı. Aman düşüyorum. Al bakalım, gel peçeteni de al, gel. Teşekkürler. Ya da vereyim biraz tane. Что? Ну хотите пол пива, вина? Нет. Не хотим. Пива, вина не хотим. Решил Таню подразнить. Да. По-русски? Да. Держи. Один шарик. Держи. No problem. Ой, что делать? Я вообще не могу. Окей. Есть маленький мороженый.